Штребух. Всем привет, с вами Штребух. У многих из вас есть компьютер, а у некоторых людей его просто нет. Но что делать, если хочется всех нагибать, а в кармане пусто? И о компьютере остается только лишь мечтать. Лично я насобирал в помойках целую коробку компьютерного железа. И настала пора собрать компьютер абсолютно за 0 рублей, который будет на 100% собран из помойки для нагиба. Почему нет? Это в своем роде настоящий бомж-гейминг. В общем, влепите лайк этому видосу и напишите в комментариях, как вы думаете, будет ли этот компьютер тащить хотя бы CSGO. Всем приятного просмотра! Ну а вот обратная сторона помойной жизни. Все завалено хламом, даже пройти негде. Сейчас разгребу все эти завалы и буду собирать компьютер. Накопил огромную коробку компьютерного железа, которое собрал месяцев за 8 на помойках. В качестве корпуса будет использоваться обычный корпус ATX от бренда RIG Computer. На корпусе есть незначительная трещина, но она не повлияет на работу. Изначально я этот системный блок находил в сборе, но потом раздербанил на комплектующие. В эту коробку я складывал материнки и процессоры. После анализа того, что есть на столе, я сделал вывод, что есть только две варианты сборки. Первая на процессорах Intel с сокетом 775, вторая на процессоре AMD с сокетом M3. Вот эти комплектующие нам не подходят, это DDR1 память. Здесь лежит Celeron и Pentium 4 на 3 МГц, а также AMD Cipron. А вот из этого можно уже что-то собирать. Первый процессор это Pentium 4. На 3,4 МГц. Второй Intel Core 2 Duo E7200. Третий AMD Athlon 2. Пень одноядерный, Intel двухъядерный. А этот процик уже топчик, он трехъядерный. На нем мы будем собирать, если подберу материнку рабочую. А вот и все материнские платы, которые у меня есть. Сокет 1150, это на 775 сокете. Это топовая материнка на сокете AM3+, MSI 970A G43 с DDR3 памятью. Вообще просто жир, если она работает, будет просто офигенно. Есть еще одна материнка на сокете AM3 и вот еще одна, но уже самая старая. Оперативную память буду использовать DDR3, в наличии есть две планки по 2 гигабайта, а также одна планка AMD на 2 гигабайта. Все-таки это железо из помойки, я буду молиться, чтобы это все заработало. Выберем видеокарту, в наличии их 5 штук, вот эти две самые топовые. Первая ATI Radeon HD 2600 XT на 256 мегабайт. Карта без дополнительного питания, в принципе, неплохая, но я, конечно же, возлагаю надежды на вот эту карту. Я ее недавно нашел, это NVIDIA GeForce GTX 760. Братва, а в этом пакете видеокарта лежит. Вау, Zotac, у меня была такая, GeForce GTX 760. Я в шоке, я надеюсь, она работает. Охренеть. Я ее уже отпидорил, почистил от пыли. Главное, чтобы на ней не было отвала и чтобы она, естественно, заработала. Эти карты уже постарее. Вот это, в принципе, неплохая, она на 2 гигабайта. Но разрядная шина очень низкая, поэтому она нам не подойдет. Но если эти карты не заработают, придется использовать ее. А вот это реальный Old School от бренда Asus. Карта на 256 мегабайт. В ней нет кулера, охлаждается она от этого огромного радиатора. Последняя карточка Sapphire, модель X550 XTM на 256 мегабайт. А теперь нужно выбрать жесткий диск. В наличии их 3 штуки, первый самый топовый Seagate на 1 терабайт, второй WD Blue на 160 гигабайт, третий Samsung на 80 гигов. Перед сборкой их нужно обязательно протестировать. А самый топовый жесткий диск уже попадет в эту бомж-сборку из помойки. Чуть не забыл про выбор охлаждения для процессора. Есть два варианта. Первый вариант это охлаждение Титан, но фишка в том, что я его когда-то давно покупал. Так что его я точно не буду использовать, потому что у нас комп полностью на 100% из помойки. Хорошо, что у меня валялось обычное охлаждение для процессора AMD, которое я и поставлю.
Осталось лишь выбрать блок питания, чтоб все это добро из помойки потянул. В наличии их 4 штуки. Первый на 450 ватт, второй на 400, третий на 400, а четвертый на 450. После их анализа я определил, что вот этот блок от бренда Формула на 450 ватт самый лучший, его я и буду использовать. Моя прелесть, главное, чтобы это все заработало. Ну а чтобы не растягивать хронометраж с нудной сборкой, я просто сделаю вот так. Вау! Какая цаца, всем бомжам на зависть. Комп собран и готов к установке Windows. В процессе сборки выяснилось, что самая топовая материнская плата, которая у меня есть, не работает. А также жесткий диск на 1 терабайт тоже не работает. Ну что ж, пойду накатывать винду и тестировать компьютер. Реклама! Хочу познакомить вас с одним офигенным молодым каналом, автор которого занимается ремонтом и сборкой компьютеров и купли-продажи компьютерного железа на барахолках. Всем привет, народ! С вами ПК Махинатор, и у меня на канале закупы БУ железом с офисов, иногда даже оптом, устранение типичных неисправностей, обзоры компьютерного железа из Китая, всем известных онлайн-барахолок и даже новых с магазинов электроники. Готовые бюджетные сборки для работы и игр и, конечно же, тестирование полученных результатов в наиболее востребованных на вторичке игрушках. Кому интересно все это, подписываемся на канал, ссылочка в описании. Вот там, в описании, да, там. Напоминаю характеристики компьютера. Процессор AMD Athlon X3 445 на 3,1 ГГц. Оперативная память 4 ГБ. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 на 2 гигабайта. Наконец-то настало время оценить систему в играх. Для чистоты эксперимента использовал всю периферию из помойки, даже стол, на котором стоит системник. В CSGO при минимальных настройках на маленькой карте в режиме 1 на 1 в среднем 160 FPS. В PUBG Lite при минимальных настройках в среднем 60 FPS. Всем спасибо за ваш просмотр. Пишите в комментариях мнение об этом компьютере. Как только помойка порадует меня очередным крутым компьютерным железом, я сразу же соберу компьютер и засниму обзор на компьютер из помойки. Не забудьте подписаться на канал, ссылка будет вот здесь. И посмотрите вот эти видосы и загляните по ссылкам в описании. Там есть мой лайв-канал, где я каждый день снимаю стримы. А еще там есть ссылочка на парня из рекламы, который снимает годный контент, связанный с компами. Не забудь подписаться. Всем пока!